чемпионате Англии Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед потерпели поражение. Манчестер Сити победил Фулхэм 2-1. С 26-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве, но это не помешало Холланду на 95-й минуте забить победный гол с пенальти. Эта победа стала третьей подряд для Сити. Ранее они обыграли Лестер и Севилью. Челси минимально уступил Арсеналу. Только задумайтесь, команды провели 188-ю очную встречу. Единственный гол забит на 63-й минуте. Предыдущая игра в июле на Кубке Флориды завершилась в пользу Арсенала 4-0, который на данный момент имеет 3 победы в различных турнирах. Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Юнайтед 3-1. Напомню, что 2 предыдущие игры между этими командами завершились с одинаковым счетом 2-2. Джейкоб Рэмзи забил 2 мяча за 4 минуты. Один в свои, другие в чужие ворота. Манчестер прерывает беспроигрышный отрезок из 9 встреч во всех турнирах. Тоттенхэм уступил Ливерпулю 1-2. Салах сделал дубль. Более того, африканский форвард отличился в 4-й игре своего клуба подряд. Отмечу, что в истории противостояний у Ливерпуля почти в 2 раза больше побед – 79 против 43. Ноттингем-Брентфорд 2-2. Ноттингем спасся на 96-й минуте с помощью автогола. Вулверхэмптон в меньшинстве проиграл Брайтону 2-3. Как я писал в Телеграме, у Волков появился новый тренер, победитель Лиги Европы Хулин Лапетеги, но он приступит к работе после чемпионата мира. Эвертон уступил Лестеру 0-2. Саутгемптон-Ньюкасл 1-4. Вестхэм-Кристал Пэлас 1-2. И Лидс вырвал победу у Бормута 4-3. Расписание следующего тура. Игры пройдут с 12 по 13 ноября. Манчестер Сити примет Брентфорд, Бормут Эвертон, Ливерпуль Саутгемптон, Ноттингем Кристал Пэлас, Тоттенхэм Лидс, Вестхэм Лестер, Ньюкасл Челси, Вулверхэмптон Арсенал, Брайтон Астон Вилла, Фулхэм Манчестер Юнайтед. Это последний тур перед чемпионатом мира. Бомбардир и ассистенты. Холланд забил 18 голов, второй Кейн имеет 11, у Де Брюйне 9 пасов. Посмотрим турнирную таблицу Англии. Арсенал остается первым. Отрыв от Манчестера Сити составляет 2 очка. Ньюкасл поднимается на 3-е место. Тоттенхэм 4-й. МЮ остается 5-м. Саутгемптон, Фулхэм и Ноттингем занимают последние 3 места. Турнира положения в Италии, Испании, Германии, Франции. На данный момент в Италии лидирует Наполи 35 очков, Милан отстает на 6 баллов, Ювентус 8-й, Асимхен забил 8 мячей, Милинкович-Савич отдал 7 передач. В Бундеслиге Бавария на первом месте 28 очков. Фрайбург отстает на 1 пункт. Боруссия 4-я. Нкунку забил 11 голов. Колу Муани имеет 7 пасов. Во Франции ПСЖ на 5 очков оторвался от Ланса. Монако на 4-м месте. Неймар, Мбаппе забили по 11 голов. Месси имеет 10 пасов. В Испании Барселона временно обошла Реал. Далее значительный провал, так как Атлетик отстает на 8 очков. Левандовский забил 13 голов, у Дембеле 5 передач. С вами был Алекс Спортивный. Благодарю за просмотр.